Так оно или нет? Но в целом... Я думаю, что когда вот сетка начнется, вот тогда мы там увидим реально максимальный перформанс. Но и там очень велика цена ошибки, потому что если ты ставишь все на максимум, у тебя может что-то не случиться, не поехать, что-то пойти не так, и ты не решишь тогда вообще. То есть ты не решишь неплохое время свое, не показываешь, ты показываешь ужасное время, которое... Ну вот, что мы видели, в общем-то, в прошлом году, кстати говоря. В прошлом году, кстати, я помню, что вот Porsche 911 городские... очень долго боролся с более сильными соперниками, потому что просто был намного стабильнее. Ну, Porsche и Nissan, Porsche в драг рейсинге, конечно, номер один по стабильности. У нас, да, в прошлом году до полуфинала дошел 911 и Huracan, чего никто не ожидал. Huracan Turbo Ивана как раз-таки. А пока у нас на 16-й позиции по чистому времени квалификации Рамон Бусто, но М8 Гранд Купе. 15,6. Вот 15,6 это отметка, которую нужно преодолеть для того, чтобы попасть в класс Абсолют. Ну да, ну там и М3, и R8, и даже Макларен, и Nissan, и Huracan. Кого там только нет. Ну, большинство ГТРов. И смотрим. Да, смотрим мы за очередным заездом. Это номер 303. Георгий на Nissan GT-R и Евгений Юмаев по правой полосе на Turbo S Stage 3. Ну, очень неплохо Nissan проехал для своих показателей, для стейджа. Да, все так. 10,5 квотер, 16,6 на дистанции полмили. Ну и Евгений Юмаев 10,6 квотер, 16,7. Но говорил это вот, он... Это вот получается стейдж 3 у него. Ну, стейдж 3, но он говорил, что проблемы есть. Машина не едет так, как должна. Не едет машина, потому что должна ехать ближе к 10 секундам. Потому что Stage 2 едет порядка 10-4-10-5 на вот этом кузове. Знаешь этого парня справа на красненьком Макларене? Артемий, пожелаю тебе удачи.